Всем здорово, с вами Гор, вы на канале Просто Гор. На одном из моих видео был обзор на закуп продуктов с гипермаркета ОКЕЙ. А сегодня я закупился в Пятерочке, и сейчас будет обзор плюс сравнительный анализ по отношению к гипермаркету ОКЕЙ. Сейчас посмотрим, я в прошлый раз купил, получается, на 3500, три больших пакета. Сегодня я практически потратил ту же сумму, примерно около 3500 тоже. И хочу сравнить количество продуктов и самое главное, что меня интересует, чтобы не обламываться, это качество пакетов. Ну что, давайте посмотрим. Вот эти здоровые два пакета. И сейчас мы будем смотреть, что я купил на 3500 в Пятерке. Естественно, по-любому это трава, листья салата. Без таких витаминов я никак. Помидоры. Морковка. Мандарины. Мандарины. Яблоки. Набор витаминов. Так. Лимон. Томатная паста, без этого тоже никак, чтоб супчик четкий готовить. Молоко. Цикорий. Кстати, офигительная вещь, отличный заменитель кофе гранулированного. Здесь практически без кофеина и очень полезно. Коротко зачитаю. Для свежего цвета лица содержит натуральный пребиотик инулин. Для красивых волос и ногтей, у меня, конечно, волос нету, но все-таки есть ногти. Помогает организму усваивать кальций, а это для меня и для всех спортсменов большой плюс. И третье, для укрепления иммунитета и естественной красоты. Ароматный источник вашего здоровья. Цикорий. Соус пармезан, точнее, майонез, вафли, иногда пробивает на сладкое, галина бланка, говяжий бульон, творог. Это был первый пакет. Сейчас мы посмотрим, что во втором пакете. Бананы. Это один из видов моих любимых фруктов. Бананы. И вновь сладости. Рулет бисквитный клубничный. Яйца, без них вообще никак, это по-любому. Так, цыпленок бройлера. Соус, точнее кетчуп томатный. Хлеб. Вишневый сок. И
Еще творог. Творога я взял много. Кальций. Кстати, вот. В твороге содержится кальций, а цикорий помогает организму усваивать кальций. Копченая рыба, скумбрия. Снова сладости, печеньки такие. Здесь, конечно, будет плохо видно, но специальный натуральный мед, это я покупал не в Пятерочке, но все-таки натуральный мед в сотах. Ну и всякие салаты. Так вот, на это все у меня ушло, сейчас скажу точнее быть, 3150 рублей. Да, и забыл. Самая фишка в чем? Пакеты офигительно крепкие и целые. В отличие от пакетов гипермаркета ОКей, они хоть сколько грузи, они не рвутся. Это большой плюс, мне понравилось. Я доехал, дошел до дома с большим удовольствием. Ручки целые, продукты целые. Это был обзор и сравнительный анализ Пятерочка и ОКей. И по-любому первое место занимает магазин Пятерочка. Чисто даже из-за того, что пакеты выдержали вот это количество продуктов. И по цене, по трате вышло дешевле, чем ОКей, рублей на 500. А это, считайте, пол тысячи, пол штуки. С вами был Гор. Вы были на канале Просто Гор. Ставим лайки, пишем в комментах. Кто как закупается, кто какие продукты покупает, фрукты, овощи, кто чем питается. И вообще, кому по кайфу загружать свой холодильник полезными, приятными, вкусными и насыщенными витаминами продуктами. И не забываем нажимать на колокольчик и делиться моими видео с друзьями. Всем удачи!